Орхонскую больницу реконструируют. Капитальный ремонт здания не проводили почти 70 лет. До сих пор персонал медучреждения справлялся своими силами. Белили стены, укладывали напольную плитку. Начать ремонтные работы удалось благодаря достигнутым договоренностям главы республики на федеральном уровне. Средства на реконструкцию выделили из резервного фонда президента России. По проекту во дворе больницы планируют построить здание поликлиники. По словам министра здравоохранения Тамерлана Гагичаева, работы планируют завершить в первом квартале следующего года. Реконструкцию проводят по национальному проекту. Что касается наших пациентов, то ни в коем случае это не должно затронуть. И приказ о маршрутизации пациентов в том числе у нас уже подписан и создан. Наши пациенты будут направлены не только в пригородную больницу, но и в другие больницы нашей республики и города Владикавказ. Для транспортировки пациентов в каждом лечебном учреждении есть автотранспорт. И в частности, в пригородной больнице в том числе есть в достаточном количестве автотранспорт, который позволит доставлять наших пациентов как к лечебному учреждению, так и из лечебного учреждения. Это уже обязанность и контроль руководителя медицинской организации и его заместителя.